Что-то не заводит. А, вот заводит. Офигеть, у меня колесика нету. Что делать? А, вот появился. Не знаю. Да, у меня забагалось, все нормально. Скажешь, как затишь. Все, все, затем. Он на нас идет. На нас прям с респа. Я триггер, 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 триггер. Должен бить. Дэк. Я виражу. Я ухожу туда. Он не пойдет за тобой. Давай еще раз. А, он за тобой пошел, за он за тобой. Вам, давай. Где ракету он кинул по мне? Он с тобой идет. Он с тобой идет, уходи. Ладка в Дурдане, БТР 80. Развернулся. Два метка на берегу. Он минус, 34, он минус, скорее всего. Орки. Чё говорит? На 34-й вот степная точка актуальна ещё? Да, да, да. Там отделение, на 36-й отделение против. Да, он минус, забей. Хорош. Лемфи, осторожно, там отделение пехоты на моей метке. Говорит, миномет готов сводиться, жду ваших меток. Ну да, сейчас дозвать. Они сказали, у них один хаммер только проехал. Ну, Хундахам живут. Скорее всего, штаб на дальний. Турн, АГС на вот этой горе, но он подключил. Говорит миномет, ждем меток. Орки упали. Орки упали, брат. Что, на дальнем? Да. Пехота у тебя у берега актуально, они там где-то сидят? Пиши где они. Были там, мы сейчас на них не смотрим. Откуда АГС работает? Или как там пол отделения, мне говорит снайпер. Я понял. Ты на дальний, только на КВ? Я на КВ, да. Можешь просто затащить? О, взлетел этот. Сушку, ща. Забей, тебе сушка не угрожает. Так, снайпера обнаружили ПТРК, сейчас будем уничтожать.
Виктор, Лавка, живы еще есть? Орки живы, Лавка. 31-х, Лавка живы. Сушку тоже уронил, это... Ферзь говорит. Оба самолета дрожат. Да. Да, оба бил. А, оба самолета уничтожены? Говорит, миномет отработали метку АЭШ. Наша аэрозавля в воздух. Лемфи. Отстрелите или за триггером спросите. Принял. 31, Лемфи. Да, да. Говорит, собирай, я поставил метку на ТК, уничтожить не можем. Прям стоит в открытую в нашу сторону, получается. Дайте метку, пожалуйста, конкретную. За БТРК чел сел, блядь, уводите все лапки нахер куда-нибудь, спрячьте. Сейчас я его попробую снайперу уебать. Меточку, меточку, где? Это Гастрон 34. Я поставил на нее метку, пример, я просто не могу определить. Не видно метки Ктуры, не видно метки Ктуры. Метку, вставь. Буд, БТРК. Пацаны, к вам, короче, в спину УАЗик едет. Это Лемфи, 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 к вам УАЗик едет в спину. Откуда? Место? С севера, с севера, блядь, короче, от нас с севера, сейчас, подожди секунду. Скажите, где я его ёбну? Быстрее ставьте метку. СМГ это говорит или кто? Короче, Лемфи, со 169-й. Спасибо, спасибо. Еще раз, поставьте, пожалуйста, метку. Какой части карты это вообще? Тут вся карта из высот состоит. Лемфи, смотри, метка техники обновил, там 4 чела. Плохие цены у тебя. Я не вижу там. А где он поставил? А, вижу, я вижу, вижу. Смотрю. Два уходят на север, там один амер. Уходит амер. На запад. Дамеры. От моей метки техники видишь, где стоит? Да, да, да. Четвертый говорит, в камнях ошивается. Русня, остальные, русня, как русня. У вас дела? СМГ на дальний? Прям на его метке русня. На камень собрать. А, вижу, вижу. Скифы. Это на дальний, но у нас очень мало. Понял, а АС? ВХС. Отработал. Орк. ДВ-3, все услышали? Нашел бетер, слышишь, и пех в духу, я ёпта, свечу. Кир, Киров, ты слышишь меня? Киров. Слышу, слышу. Я поставил метку, короче, там бетер стоит, и пехов немало. Смотри. Ну, я понял. Подсветить эти не смогут, скорее всего. Че я забыл? Чисто с северной стороны бета. Но он уезжает на север. Но метка хорошая. Ты найдешь его, он далеко не уедет. Пехи вышли, без колес. Все, огонь. Наш воздух весь в воздухе, как я понимаю, да?
Это правда, да. Став, один пуск был. Я понял, да. Пойдут на губов, короче, тригономки. Смотри, на юге от города там дымы от метки, где шторм примерно. Там три пека сидят. Хорошо? Около Уазика. Ну, там, а там камни, да, типа, или что-то? Там дымы, увидишь. Там Уазик, ну, рядом с неделями, скорее всего, пеша. Харёк, на связи? Тут на дальней. 95-99 высота, пейки там. Можете это работать, память? Сейчас зайдем. Сердце выскрылось, как тут. Давайте сгруппируемся и общим кулаком пойдем. Занимаемся, апостол. Большая просьба, попросите ваших соотрядников перейти на общую частоту КВ. Чем максимальнее мы скооперируемся, тем, блядь, больше у нас шансов, ребят, есть. Общая частота прописана черным возле желтого флага. Максимально давайте выйдем на общую частоту. Апостол на втором этаже в желтом доме сидит? Да, 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 на втором этаже. Сейчас попробую с пушки ему закинуть в окно. Бля, даже не попал, сука. На Зушку, походу, сел, не уверен, слышишь? Я убил их, зови. Где твой лазер сейчас? Вижу, чисто, бежит. Походу, сами 110, значит, заточек. Вот. Бегаем к дому. Скажи, твой лазер? К запору. Надо найти его, надо его заточить. Иди его на циркушку на синей крыше.
Павел. О, звучит, все звучит. Давай, давай, звучит. Так, вот смотри, север вижу, стоит вижу, в открытую вижу, заборчику. Вижу. У домика налево идет вот. А ну ты разворачиваешься. Он все супер открыт, короче. У синего умер, умер, умер. К ангарчику подбегает. В локе у тебя лазер, нет? Да-да-да, в локе, сейчас развернусь. На вышку. Уже поднялся на первый этаж. Хотя можешь успеть его убить. Свечу на вышку, не знаю. Не видел. А, он залез уже? Ну, он поднимался. Вот он на этой... Ну, на первой хуйне вот этой, которая... Ну, она еще открыта была. Если ты туда кинул, то убил. Он меня зашел. Не-не, он там. Он... Да, зашел под навес. Выходит наружу. Победа, победа. Победа атаки, блядь, сука. Блядь, красава. Чел, походу, из триггера вышел вот этот. Вон он бежит, еще успеешь? Я не успел. А там уже не считают. У него легкий 27 фраг. Ебать, просто красиво, ребята. Самый легкий 27, да? Просто красиво, нахуй. Если бы мы не нафидели, там бы реально был бы 40 кит.